Старший лейтенант по особым делам, СБ России по Ростову. Я вам сообщаю, что в отношении вас возможно уголовное дело по части 6 статьи 290 Уголовного кодекса Российской Федерации «Получение взятки». Вот. Сейчас мы будем проводить в этом кабинете обыск, о чем вам будет объявлено постановление, вы с ним ознакомитесь, и достаточно, что у вас находится.